этот листочек. И кто же у нас побеждает? У нас побеждает Кононова Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, где вы? Вот, видите, она там. Поприветствуем Татьяну Васильевну здесь, на этой сцене. Поздравляем вас. Итак, поехали дальше. Как я и обещал, большой, интересный, подарочный сертификат. Один год коммунальных платежей в подарок. Дим, вот дети не умеют врать, наверное, возможно, но это не точно. Скажи, ты бы заведовал своей соседке Маше, если бы она не платила за квартиру, а твоя мама поплатила? Нет. Нет, молодец, вот умница, держи. Я бы немножечко завидовал, знаешь, хорошо, там где-то безличное время. Держи. Итак, достаем листочек, кому же достанется код не платить за коммунальные услуги в жилом комплексе Family. Тщательно свернутая анкетка. Пчелкина Ольга Владимировна у нас становится победительницей. Поприветствуем Ольгу Владимировну здесь, на нашей сцене, с весьма ценным сертификатом. Это факт. Итак, фотографию, пожалуйста, делаем. Наших фотографов посмотрим. Через кофе Дзержинский, группу ВКонтакте. Обязательно туда заходите, фотографии свои ищите. Итак, еще один подарочный сертификат на сумму 25 тысяч рублей. И, да, и билетик сейчас, который доставит наша красавица, будет выигрышным. Интересный тоже подарок от Эйвен. Сейчас достанется кому-то. Открываем. Обещает нас Амазон Жанна Львовна. Жанна Львовна, где вы? Вот она там поднимается. Аплодисменты. Победительница. Еще одна в нашей лотерее. Спасибо за фотографию. И за фото отчет отследим в социальной сети ВКонтакте. Итак, подарочный сертификат на 10% от Орбита Строй. И подарочек от Эйма. Достается данный сертификат Алексею Михайловичу. Волкову Алексею Михайловичу. Верно, ты его запомнил, например, да? И обе выиграли самый главный. Аплодисменты Алексею Михайловичу. Поздравляем. Итак. Еще один сертификат. И после этого сделаем небольшую музыкальную паузу, да, чтобы передохнуть. Есть у нас еще интересные сертификаты от ЖСК «Первый Дзержинский», которые мы сегодня разыграем. Итак, подарочек от Эйвон. Какое-то время я разбираюсь. Итак,